чем классно отдыхать на острове Джералгач, это в том, что здесь почти нет народу. До ближайших людей метров 300. Дно в основном песчаное. Встречается ракушка. И чистая вода. Пляж уходит на десятки километров. Вот здесь даже встречаются крабы. Вот этот довольно крупный. Но сейчас я с телефоном его вытащить не могу. Кроме крабов здесь плавают медузы. Вот такие вот здоровенные. Некоторые медузы довольно крупные. И в принципе жалятся. Кожу на руках они прокусить не могут. А вот, допустим, если проплывет мимо лица, то может обжечь. Большое количество разных медуз. А глубина по колено. Ну, вот какие огромные щупальцы. Мидии в лазурном тоже присутствуют. Вот буквально за полчасика удалось наскребсти, наверное, с килограмм этих насекомых. Довольно чистенькие, ну и относительно крупные. На мировых рынках это потянет гривен на 100-150. Хотя на самом-то деле есть там практически нечего. От силы может грамм 50 мяса мидии тут будет. Но это местная продукция. Может быть, потом покажу вам, как их собирать.